Какова, мне очень интересна технология того, что такой парень, как вы, попали в ряды советской армии? Как это могло недоразумение случиться? Ну, поскольку мы живем в другой стране, все прошло. Ну как, был выбор, конечно, был. Либо тюрьма, либо армия. Да, ну, был, наверное, выбор и нет, просто не тюрьма, пойти. Нет, армия. Нет, ну как, ну и тогда в тюрьму. Есть же статья 88, да, была статья, слава богу, 88-я часть первая, но, правда, меня не ловили. В тюрьму что... не хотелось. Не хотелось, нет, это так сказали Олегу Николаевичу, я так понимаю, что сказали, ну что, ну, ну я не могу сказать, назвать себя таким валютчиком, но периодически да? мы, конечно, утюжили иностранцев. А вот оно что. И сказали, что очень...